Здравствуйте. Вы смотрите очередной выпуск программы «Новости индустрии». Известная личность в сфере швейцарского банкинга и форекс-индустрии Чарльз Генри Саббат сделал компании London Capital Group предложение на сумму в 17 миллионов долларов. Последние два года LCG переживала нелегкие времена. Компания отчаянно боролась за свое будущее во времена финансовой нестабильности и кризиса. Чарльз Генри Саббат, который на данный момент является исполнительным директором компании LCG, публично заявил: «Выручка от предоставления финансовых услуг обеспечит компании твердую основу, которая станет фундаментом дальнейшего развития». Провайдер услуг по торговле бинарными опционами компания TradeLogic объявила о запуске нового продукта, который был специально разработан для их партнера White Label в Юго-Восточной Азии, компании Super Binary. Подобные торговые модели имели большой успех на рынках азиатских стран, поскольку они позволяют уменьшить риски за счет распределения транзакций между членами агентской системы. Новый продукт поможет клиентам компании TradeLogic проводить собственные операции и создать систему, которая будет максимально соответствовать требованиям азиатского региона. Super Binary использует агентскую систему на протяжении 2 месяцев и уже сообщает о положительных отзывах со стороны потребителей. Мэтью Эйвери, который уже 3-й год работает в Integral Development Corporation, получил повышение и теперь занимает руководящую должность и отвечает за банковские продажи. Он работает с крупнейшими банками и форекс-брокерами уже на протяжении 20 лет. Это следующий шаг к его карьерной лестнице в сфере банкинга. Он пришел в компанию в 2012 году. Ранее он работал с такими компаниями, как ODL Securities, Commerzbank и CMC Group. В середине октября один из тайских форекс-брокеров компании Apple Wealth официально запустила демо-версию терминала фондовой биржи Таиланда. Это означает, что уже в декабре 2014 года все трейдеры Таиланда, которые используют торговую платформу MetaTrader 5, получат реальную возможность торговать акциями и фьючерсами на фондовой и на фьючерсной бирже Таиланда. На сегодняшний день компания Apple Wealth входит в список 15 лучших форекс-брокеров страны. С использованием платформы MetaTrader 5 компания планирует выйти в десятку лидеров рынка в течение года и привлечь более 1000 новых клиентов. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Всего доброго.